Друзья, если вы употребляете мухомор, еще что-то, да, запомните, что осознанность, осознание себя, осознавание, осознание всего, да, от вас не, у вас как бы не отменяется. Потому что если ты занимаешься осознанностью и употребляешь те же самые грибы, да, они как бы плюсуют твои достижения, возможности, все такое. Но если ты будешь чисто в грибах сидеть, да, и не будешь себя осознавать, если ты чисто погрузишься в грибные трипы, и если ты будешь жить только вот этой жизнью, да, грибной, ты заблудишься, потому что ты должен себя осознать именно в этой жизни. И именно в этой жизни ты должен пребывать в осознанности, в здравости ума, тела и разума, ну, короче, всего, да? И твое слияние... Да, ты можешь увидеть, в какой ты, говорится, волне, кто ты там. Ты можешь увидеть, что ты частичка Бога, все остальное. Ну и что? Ну, увидишь ты. Ну и ощутишь ты это. А что ты будешь дальше-то делать? Как ты будешь дальше жить? Погрузишься в кайф? Погрузишься в страдания о том, что ты увидел? В переживание того, что ты увидел? Нихера. Надо здесь. Надо здесь продолжать жить. Потому что ты живешь только здесь, в данный момент. В другой момент тебя нигде, никогда нет. Поэтому не забывай. Действительно, жизнь одна. Именно потому, что ты себя именно в этой жизни должен осознать. Грибы тебя расшевелят, они тебя раздрочат просто в хламину. Или кого-то не раздрочат, да? Кто-то просто уснет, кто еще не готов. И они тебе снимут пелену с глаз, снимут шоры, и тебе нужно будет осознавать себя, продолжать себя осознавать в этой жизни. И если ты достоин, ты сольешься с Творцом. Если ты достоин. И не ищите где-то в другом месте что-то. Нету. Даже если ты решишь, что твоя жизнь бесполезна, и ты решишь там с ней разорвать, пиздец, ты обосрешься на самом деле. Ты просто обосрешься. Потому что только в этой жизни, только в этой своей осознанности, неважно, где ты родишься, неважно, где ты будешь пребывать, только в тот момент, когда ты себя осознаешь, ты сможешь познать, осознать, слиться с Творцом. Больше никак. Вот такая вот ловушка в этих всех играх. Ловушка в том, что там ни хера нету. Оно все вот здесь вот. Вот здесь вот все. Все вот здесь вот. Все вот здесь. И ты Бога осознаешь здесь. Да, ты выходишь туда. Но когда ты туда выходишь, ты там присутствуешь здесь и сейчас. Но когда ты обратно возвращаешься в тело, ты опять присутствуешь здесь и сейчас. И именно в этот данный момент ты должен здесь присутствовать. Здесь и сейчас. Если ты проебешь свое тело, ты немножко обосрешься. Ну, ты, конечно, там тоже будешь присутствовать, но если ты его проебешь именно потому, что ты думаешь, что там лучше, ты обосрешься. Там не лучше.
ты поймешь, что ты там обосрался. Именно там ты поймешь, что ты обосрался. Ты проебал жизнь. Вот эту вот игру ты ее взял и просто проебал. Поэтому эта жизнь именно та, которая должна быть. И ты не должен ее просрать. Понимаешь? Только в тот момент, когда ты здесь проживаешь, когда ты здесь вот сейчас присутствуешь, вот пока ты смотришь вот это видео, на меня смотришь, в этот момент ты присутствуешь здесь и сейчас. Смотри вот на мои глаза, и в этот момент ты присутствуешь здесь и сейчас. И посмотри, кто смотрит через твои глаза на меня. Кто смотрит? Именно вот это присутствие и есть оно. Именно это на тебя смотрит Творец. Именно в этом присутствии. В этот данный момент. И больше нигде тебя нету. Не просри эту жизнь. Ты должен осознать себя здесь и сейчас. Больше нигде тебя не будет. Вот такая вот она, вот эта иллюзия. Иллюзия Майи, да? Что ты где-то там будешь жить лучше. Хер. Не будешь. Потому что, когда ты там очутишься, ты будешь там присутствовать, здесь и сейчас. И ты там тоже впадешь в иллюзию, что где-то там лучше. И вот эта иллюзия закручивает колесо сансары, закручивает дежавю, закручивает колесо времени. И ты охуеваешь, потому что ты себя не хочешь осознать в данный момент. И пока ты себя здесь не осознаешь, ты хоть заныряйся в эти миры, да, это бесполезно. Потому что только тогда, когда ты сможешь здесь понять ценность данного момента, ценность данной жизни, ценность вот этого присутствия, ты сможешь увидеть и слиться с Творцом. Я это точно знаю. Я бы сказал, что гарантирую. Не просирай свою жизнь. Ее можно просрать только твоей неосознанностью. Твоей просто пустой, неосознанной жизнью. Ну, она не совсем не пустая, как бы пустая, да? Ты живешь, ты что-то там копошишься, как муравей. Ну, муравей тоже копошится. Но только когда ты себя осознаешь, ты идешь по стезе Творца. То есть, только когда ты идешь по плану Творца. Но твой план, конечно, может быть и просто быть муравьем. Это тоже план. Но он свой план делает. Конечно, ты когда себя тоже не осознаешь, это тоже план. Но ты можешь ускориться. Ты можешь корректировать свои как бы позывы познать или осознать. Поэтому осознавайтесь, пробуждайтесь. Только здесь и сейчас. Нету больше ничего. Больше ничего нету. Друзья, очень благодарю всех за финансовую помощь, кто помог. Ребята, я вам очень благодарен.
за ваши лайки, за ваши комментарии классные. Всем спасибо, ребята, люблю вас. Давайте, всем пока.